вечер, уважаемые гости. Я очень рада вас всех приветствовать с этой сцены. Очень тепло находиться в такой приятной компании, и меня очень сильно греют ваши улыбки. Пожалуйста, следующий слайд. Компания DT Elis, объединившая в себе три крупных индустрии: медицину, традиционный бизнес и сетевой маркетинг, не перестает нас с вами удивлять и представляет сегодня вашему вниманию новый проект DataLine, аналогов которому на сегодняшний день не существует в мире. Этот проект связан с таким понятием, как телемедицина. Мне бы хотелось попросить поднять руки в этом зале людей, которые хоть что-то знают о телемедицине. Какие вы молодцы, информированные. Телемедицина — это просто. Достаточно иметь под рукой компьютер с выходом в интернет или просто обычный телефон, и вы всегда сможете иметь возможность связаться с доктором, чтобы получить квалифицированную помощь и грамотную консультацию. Телемедицина не заменяет врача, она позволяет врачу находиться в нужном месте и в нужное время. Практика и официальные исследования показали, что по качеству удаленное сопровождение пациентов практически не уступает реальному общению врач-пациент, а по соотношению удобства, оперативность и стоимость даже превышает его. Как я уже сказала, телемедицина ни в коем случае не заменяет врача и не является альтернативой ему. Пожалуйста, следующий слайд переключите. Фактически телемедицина позволяет специалисту быть более эффективным, позволяет специалисту находиться в том месте, где на сегодняшний момент действительно нужна и необходима его помощь. Именно поэтому телемедицина на сегодняшний день является очень востребованной, и очень многие врачи в повседневном сопровождении пациентов используют эти технологии. На сегодняшний день в компании DT Elis действительно сформировались условия, объективная необходимость для открытия проекта DataLine. За многие годы, как вы уже слышали, компания в течение 20 лет нарабатывает и отрабатывает методики. За 20 лет созданы инновационные технологии, апробированы и очень востребованы те методики, которые предлагаются. Создан серьезный штат квалифицированных врачей. А ограничение временного ресурса при нашей сегодняшней с вами жизни действительно делает онлайн-консультирование медицинское очень востребованной услугой. На сегодняшний день с каждым днем пользователи прибора DETA становятся все больше. Но что же делать, если возникают вопросы, какой именно прибор использовать в том или ином случае, какую программу использовать при конкретном заболевании, как перепрограммировать прибор? Что же делать, если вам действительно хочется получать качественное медицинское сопровождение здесь и сейчас, не выходя из дома или находясь на рабочем месте, а может быть в отпуске, случайно вас на берегу моря застанет какой-то недуг. Что же делать в этой ситуации? Ответ очень прост. Вам просто нужно стать владельцем карты DataLine, и все эти проблемы вас больше никогда не побеспокоят. Следующий слайд, пожалуйста. Как я вам уже сказала, на сегодняшний день проект DataLine действительно является уникальной услугой. Несмотря на то, что телемедицина действительно уже повсеместно используется во всем мире, несмотря на то, что в России уже в течение 10 лет работает ассоциация телемедицины, наш проект уникален, потому что именно владелец карты DataLine сможет оперативно получать качественную медицинскую, информационную и техническую поддержку через интернет, с помощью телефона, в любой точке мира. Только владелец карты DataLine сможет стать пользователем личного виртуального кабинета, в котором он сможет просматривать историю всех обращений, прослушивать все звонки, которые были в ходе беседы. Только владелец карты DataLine сможет получать эти консультации не только в аудиоформате, но и в текстовом формате.
Только владелец карты Data Lines может получать смс-уведомление на телефон именно в тот момент, когда ему в личный кабинет пришел ответ. Представляете, как удобно. Вам не нужно сидеть даже ждать, когда врач вам ответит. СМС вас об этом уведомит. Только владелец карты Data Line при необходимости сможет обмениваться с врачом текстовыми и фотофайлами. Только владелец карты Data Line сможет всегда оперативно в любом месте открыть свой личный кабинет и при необходимости ознакомить даже своего врача с той информацией, которая хранится в его личном кабинете. И я вас с этим всех сегодня поздравляю. Проект Data Line призван многократно улучшить качество нашей жизни. Он призван к тому, чтобы сделать доступную информационную медицину для каждого желающего. Он призван, чтобы гармонично дополнить уже существующие очные консультационные информационные услуги, которые оказываются сейчас во многих городах, не только в Москве, но и в странах, в наших консультационно-информационных центрах. Он призван, чтобы приумножить количество здоровых и счастливых людей на планете Земля, реализуя свое призвание исцелять. Я вам желаю здоровья, я желаю вам процветания, и спасибо вам за внимание.